Ему, ну это инвокер. Так, это Курка 3. Курка 3 от Зая, все, все, пошел поклонный. Все, после вчерашнего ультимейта брюмастера Зай. Зай сдает интернешнл, ребят, сори. Нет, ну инвокер это хороший пик, на самом деле, объективно. Но вот Кунка 3, инвокер ему я хороший. Не доверяю. В ранге, вот они ранги, елки-палки, что творится. 8... А ну селери. 800-ник играет. А у Эйса типа 1000 написано, но при этом... Тысячник! Да не, Эйс не 1000. Да это пиздеж, да, мне кажется, это обман. У него, может, 88-й ранг. Типа пофиксили, типа ну нихера не пофиксили. Да все, убирайте ранги эти. Начинается замес, лютый. Опа, Китавр стоит, стоит неплохо. Какой? И это милсицене будет или нет? Кто врет первый? Ой, еще у бокса могут быть проблемки. За боксе погоня. Боксе, пара секунд, пара тычек. Успеют, сейчас кстати, будет... одну. А! Бокси скрывается. Ну, ушел в точку, но правда. Лучше сдохнуть об вышку. Ну, я думаю... А, ну сюда ему реально лучше сдохнуть об вышку. О, а его там уже... Он не собирается сдохнуть? Ой-ой-ой, Тофу! Здесь! Ну, так пиздец. Он сейчас убьет же его просто. Дурак, блядь. О, позор! Что? Это стикер. С пассивкой. Тофу тут перестреливается, узая проблемки, но побежал куда-то бокси. Неплохо было бы поставить селери. Пугна погибает, но селери... Нет, селери пока что еще жив. Дурачье. Мансет. Так, Бладрайт откидывает. Дурачу. ХП очень мало, стики. Но тут торрент, и Дурачу должен погибнуть. Откиливается! Задрот! А, все равно погибает. Бокси заел. Руса. Ящер поганый. О, пошла проблема. Граната. Гранатами. Тофу. Да, Тофу должен погибать. Хотя Микки, у Микки тоже трудности. Тофу погибает, но Эйс. Эйс, Эйс, Эйс. Ой, что делаешь-то? Ой, под вышку пошел, а Эйс поймал. Эйс, но это алкоголь же! Пролили! Ликвиды пролили алкоголь на противников своих. Они не могут играть. Опять эта история. Заманивают свои сети. Вот это Бладрайт. О, кто пиздел, Бокси вниз летит, правда, но у него есть, да, ой-ой-ой-ой-ой, Луна, большие проблемы здесь, ой. Селери, Луна умирает. Житейский хайп, но ничего, тебя поддержат, они разгонятся, немного пива, не... нужно поднять градус, ребята, чуть-чуть. Да, они разгонятся, на второй серии они будут неистовствовать. Ну и на третьей. А на третьей серии буду спать, с четвертой съебут. Не, погоди, на третьей... Третья серия это Spirit против LGD, hello. Все-таки суббота. Слушай, ты против организма не попрешь. Это правда. Воу, коса! Вот так вот Ниша погибает здесь. Наш мужик касание. Да, вот так вот работает в касании здесь квины. А, пришел Тофу загандал. Так, седьмые минуты, значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попытка убить Китавра с 20 стиками и вангвардом. Пытаются взять, у него проблемы Эйс. Пока что командой. Рядом дурачу, Кентавр выживает здесь, хотя торрент еще. Зай, до конца, а вот Зай поплыл! Как же он поплыл, посмотрите на это. Да ему пизда, сейчас его косой просто прибьет. Да, коса туда и... Ну вот и куда пошел Зай? Я тебе говорю. Все, тот ультимейт-то да в мастере. Изначально, что они пытались сделать? Они пытались убить Кентавра с 20 стиками и вангвардом. Я уверен, Зай заколил. С медалькой. Много ли толку от этой медальки? Не, ну под луну без медальки, ну точнее медалька, это хорошо. Сейчас будет рапчер на Зая. Дотянется ли дурачи, пока не дотягивается, дотянулся. Корабль в бухту, Зай стоит, пересоска в него. У Инсани тоже могут быть проблемы, на самом деле. Он просто пускает косу. Че, пососал? Вот именно, блядь. А теперь у Зая проблемы. Он сейчас тоже пососет, скорее всего, хотя рядом уже Луна. Сюда еще какой-то телепорт от инвокера, да. Зай просто погибает. Квин двоих забирает. Дедшот неточный. Приходит сюда Ниша. Бладрайт. Непонятный Квин. Ну, Квина не взять. Торнад, ЕМП, нормально получается. Ману выжигают. Тофу совсем без маны остается, но... Гладиатор просто уходит на ноге и... Бокси под хилочкой стоит, но у него хилочки халявные, он их копает. Бокси на разведке видит Селери. На Селери падает жуков накину. Нифига себе, дэмэдж нормальный такой. У него артов-то толком нет. Ниша заходит, на Тофу нападают, у Тофу проблемки. Тофу, уль. Можно прокачать сейчас, полетел вперед. Некропос, и вот у кого теперь проблемки, так это у Ниши, он погибает. И у Инсени тоже будут трудности, он, конечно, сосет.
но сосет он в прямом ровно смысле. Ровно так и выглядит, что Некор с Кентом ебут, и Антон на подпевках там что-то подбежал, да. Потыкал. Да, так это такой план и есть. Луна качается, она ничего не сделает, Зай уже все, алкогольное опьянение. Молодец, и Мотка чисто по заветам Дани. Ой-ой-ой-ой-ой, Ниса, проблемы, коса очередная, и Инсения тоже будет здесь гибнуть. Да, Инсения отсюда уже никуда не уйдет. Его тоже заберут, Квин, очередной фраг, нет, это для Эйса фраг. Еще и курицу тут же нафидели, ну на пошел уже. На месте Ниши мог быть Данька, один в один. Вот что он тут сделает? Его ебут, он шестой нетворк. Чувак, Данька бы взял себе бич-доктора, вытрахал бы этого чела на миде. Ладно, он бы высосал на бич-докторе. Но он как бы придумал. Не, Данька бы взял Пака и не фидил, как мразь. Вот, да. Или Квапу. Он был бы топ-6 нетворк, но у него было бы не, там, не 4 смерти, а одна. В принципе, да. Это правда. Так, дурачо. Неожиданный рапчер здесь на Мике. Так, подходит сюда Квин, Квин. А он просто пипец. Не умирает, что? Там Тараска. А, там Тарасочка. Ай-яй-яй-яй-яй, как так получилось? Чел на Луне решил, что такое, ну я ультану, я этого чела в гошрауде захуярю. У него Тараска. Ну да, 2700 хп, плюс у Некропоса и подхил, огромный реген, жмет шраут. Там просто реген сумасшедший. Это, конечно, под ультоны жрать шраут не очень круто. Но у Некропоса сейчас шарт есть. Он может часть вещей заэвейдить. Mm-hmm. Часть ульта Луны просто и вообще много чего. Так, Зай, что ты хочешь от Квинна? Сейчас Квинн на развороте трахнет себя. Я не уверен, что это хорошая идея вообще трогать его. Опять поймали Феникса, но в этот раз у него вся команда, Феникс сам вперед идет. Ой-ой-ой, задротство пошло какое-то, Зай. Кстати, Квинна взять, а ну под Веслом, кстати. Ну вот, просто взял да и ушел. Да, шарт на Некропосе это как-то супер сильно. Некропосу всегда не хватало мобильности. Этому герою и блинки покупали, и все-таки не придумывали. А здесь уже дурачку на Зай нападает. Тот, конечно, откидывается кораблем, но вряд ли это влезет здесь пока что. Спасают его при помощи декрипа, но он все равно умрет. Также, с другой стороны, у Инсении проблемы. Зай там догнивает, он погибает в богоподобие от Квина. Погоня здесь за Нишей. Ой, ой, еще и рапку на него накинули. Правда, приходит Микки. Дурачу. Дурачу доказает Антоха. Антоха, блядь, заднюю не дает, потому что команда поможет здесь есть. Микки. Ну, неплохой дэмэдж делает Микки, объективно, но этого, конечно, не хватает. Это ёбка за игру. Это пиздилово за игру. Ребята, ликвиды подходят в смоке. В этот момент гладиаторы бьют Рошана. Рошан Торрент там сейчас увидит. Половина что? КП. Так, Торрент, корабль. Это ульт Луны. Дефтелька полетела. Все это очень много дэмэджа. Проблемы огромные. Некропост тоже может погибнуть. И он погибает. Рошан погиб. Вот это да. И Селери один отсюда буквально уходит. Но уйдет на и уходит. Сделал. Это был момент, на котором гладиаторы проебали эту игру. Реально. Не, ну, слушайте, ну это супер нелепо, это на самом деле, это граничит с слабоумием и отвагой, что ли, я не знаю. То есть вы просто идете на Рошана, почему у вас никто не стоит, не чекает смог? Почему вы просто стоите так, что у вас вылетает торрент и корабль по всех? Это корабль на 100 тысяч долларов. Это что вообще? Тоже база. Так, Квин полетел вперед, ничего не боится, он получает весел ультимейт Луны. У Квина проблемы, Квин. Кептелька катится, корабль, боже, но он пол хп! Нет, просто пиздец, они не могут его убить, он дает косу, куда, в КП? Не Бендай! Вот тайм. Это ты опозорился! Да тут дурачка! Пошел и сдох! Все, все, ребят, кто пиздел? Кто пиздел на Ликвид? Гладиаторы поплыли, дурачка, не понимают, что происходит. Квин дает ультимейт в БКБ. На Зая кто-то пиздел, на Луну пиздел. Ой-ой-ой. За твой фрибет хуярится? Сколько поставил? Косарь? Нормально. Слушай, ну хуярится они знают, я тебе хочу сказать. Они чувствуют. Там чел фрибет поставил. Селери, яйцо. Яйцо не поставит или... Ой-ой-ой. Он без бая же был. Да, но яйцо... Какая разница? Его яйцо разгибали. Не имело смысла. Его бы все равно сломали, кажется, сразу. Блин, станет 1000 клинков на базе. Знаменитая Эйс. Понимает, что он его нахуй пошел играть на КДА, на ГПМ. Ну да, не успел бы. Не успеет, да. Но на Кристелле... Ну, а если блин купить? Да. О, успевает. Тогда да. А, так, у Эйса проблема, он тут зашел далеко. А дурачка! Ой, ёбаный рот! Того казино, снова зеро. О. Все, это драка в кабинке. Драка в кабинке, я тебе отвечаю. Муэрта баг, говорят, конечно, там просто бьют Антоху. Там просто бьют Антоху, понимаете? Ящеры накинулись.
Но это на самом деле в любом случае очень странный мув. Просто по это дело, что БКБ нынче не дает фулл маг резиста, поэтому можно умереть но и в БКБ от магии, но мне кажется, он его нажал поздновато. Мне кажется, он впитал полуульта луны без БКБ. Там же как-то расклеил его прям супер сильно. Хотя, возможно. Ну, а в основном физикой. Там на самом деле в основном физика. Там магии-то толком и ну, не так много. Там просто луна. Ну, луны просто очень много уже. А у Антохи-то на самом деле маловато, прям скажем, для такой минуты. Эйс пытается выйти, но куда ж ты выйдешь-то отсюда уже? В самолет только если. Да, это лузера, кстати. Кто проигрывает, тот в самолет. Но, правда, это первая карта. Напоминаю, будет еще и вторая. Веселье. Оба, да тот. Рябка, Микки, первый раз ну, может погибнуть. Опять а тот же! Он тренировался. Каков задрот Микки, но Аегис теряет все-таки. И сейчас коса-то есть. А будет коса ли линка на него? Есть всякие сейвы. А кто не выйти сайлен, а, чтобы Микки на развороте нажимает БКБ. И погнали. Павор прыгает. Читал. Все нажимают БКБ. Квин заходит вперед. Драка продолжается. Яйцо ставится. Очень хорошее яйцо. Хорошее яйцо. И под него какое? Лучше выйти. Кому-то косу дают. Его вернул Вивер. Его вернул Вивер! Ёбаный рот! И никого не получается убить! Какая игра здесь от саппортов. Команды Liquid сейвят всем силом. Пересоска лютая через старт и вард. Как работает? Он пошел, нажал два скилла, а там, блядь, 4 героя. Хули они там стоят, на 4 героя? Вроде ожидается от игр на интернешнале, что люди не будут так нелепо подставляться. Но тем не менее это происходит, но тем интереснее смотреть Квина. Отправляют назад, налипают, прокидывают ему, но он все довольно крепкий. Эйс там пока сами крипов дефает. Ликвиды пытаются как-то подобраться, но дедшоты летят туда-сюда. У ликвидов уже есть... Ой, катаклизм! О-хо-хо-хо! Эйса просто разорвало проблемы. Теперь у Квина он пока что отходит. И луна начинает просто ломать все 4 вышки. Подлагало. Дурачка! Ёбаный рот, бедный Антоха, что с тобой стало? Его просто порвало, но здесь упадет трон, его уже не засейвить, ведь нет глифа. И это 1-0 в пользу Liquid. На ком да. Антоха, все на нем, и этот герой Разор. Разор. Печальный герой. Говно. Но Разор типа на бумаге против Луны неплохо работает. На линии на бумаге против Тайда неплохо стоит. Но это все именно что на бумаге. А на деле-то, конечно, этот Разор... Часто такой это... себе Разор, на самом деле. Часто деле. Это позор, типа Разор-позор. Нет. Кто вообще играет Кэрри Разором? Амар. Кристаллис. Вот эти Крипвейв. Ну, знаешь? Кристаллис, Амар. Ну, вот эти, да. Они в одном дискорде сидели в свое время. Это, ну... Я никогда не доверял Кэрри Разор, даже когда он был супер сильным и метовым, мне все не очень нравился. Какой-то... Не, ну он был прикольным с пассивкой третьей, с шардом, когда он с Бладстоуном бегал, что-то отжирался, его нельзя убить. Было время, но даже тогда, честно сказать, все равно это был не хард Кэрри. То есть, грубо говоря, на него фантомка прыгает и... Не, ну он берста всегда боялся, Разор, то есть когда тебя вот берстят. А если нет берста, то он с Бладстоуном, да. Я помню, бегал неубиваемый. Типа. Но сейчас он гораздо хуже. Сейчас же поменяли все. Уже билда этого ну, нету. Ну, там, да, его и поменяли, и подрезали, и он такой себе. Ну, типа, опять же, якобы против Луны нормальный. Но, да, вот здесь вот вопрос, как Луна постоит. Дурачок, Антоха! Антоха! Держись! Нет! Все. Все. Все, ребят. На него еще все пиздят уже. Драка в кабинке. В прошлой игре только сдох, паузу поставили. Не, ну он заебал фидить, объективно. Алло! Подожди, включился фидачье? Включился? Не может такого быть. Еще в прошлой игре причем. Блять, этот мод уже не выключить. Кстати говоря, Инсения вниз пришел с петушком. Что же произойдет здесь? Он хочет загангать. Здесь Антоху дурачку. На Антоху уже нападают. Антоха видит бокс. Здесь же Инсения замедление будет. Петушок сейчас давать торнадо куда-нибудь. Да, закидывают дурачку назад. Ну, дурачку проблемы, но он живет. Он гольер здесь же. Непонятная какая-то хрень. Квин катает. Ух, исчез прямо. Ну, Зай крепкий, его так не возьмет. По Инсене теперь прокатка. Дурачье! Кто пиздел? А вот зачем ты пиздел? Короче, Антоха берет эту игру, следующую и International нахуй. Да, чувак, у нас деньги стоят. Не имеют права проигрывать. Но он не за тех топит. Он не из наших. Это кэшбэк? А там что, сдают телефоны? Приходят телефоны, да, разы. Так, Эйс. Ой-ой-ой, Ниша загангал.
На самом деле, Ростик, она не верит. Она просто делает вид, что верит. Это так и работает. Ни одна мама ни в одном столетии не верила в это. Так, что это такое? Квин. Ну, какое-то полунападение. Но Квин плотненький оказался. Ой-ой-ой, дедшот. А тут Эйс уже подходит, но у него нет диффузала. Замедление какое-то, корнишон, но там манта, ну, точнее говоря, иллюзия. Оп. Квин катился дальше. Куда-то да Ниша что-то докопаться хочет. Слушай, начинает его закалывать. Там Кракенсан убили Эйса. Не, Квина ловит еще. О, нет! О, нет! Пот на руках. Да. Да, да. Почувствовал, да? Запах почувствовал. Потные ладошки. Да я нервничаю, гладиаторы. Неужели они вот так вот бесславно просто проебут Ликвид? Какой позор. Ну ладно, не позор, конечно, но... Как же вы допустили? Как он знает? Гений. Но это он хорошо ушел. Нет, он не ушел! Будут ебать! Торрент, корабль! Тикрип! Сосуд! Сука! Нет! Ну, у параши же место возьмут тебе! Борис! Да, в Тепате, кстати, тоже можно у параши место занять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Квин! Заводит драндулет и покатился. Какой-то крест. Ой, дедшот хороший здесь. Дедшот спасает Квина, возможно, иначе реально был бы крест. 4000. Ой, Келлери. Яйцо ставит. Яйцо не сломать. Колин стоит. Отлично. Квин под руной щита подходит. Стоит. Минус Ниша и минус Инсения должны быть здесь. И так и происходит. Это гладиаторы. Вот. Пошла наша игра. Ну, кстати, да, БКБ на Розоре здесь какое-то время будет очень много давать, потому что там одна магия. Ну и Луна. Ну, Луна, блин, нет. Не лучшая цель. Да не, ну Зая, они так не должны убивать, по идее, он слишком плотный. Корабль! Давай! Но нет дэмэджа, кто пиздел? Гладиаторы все живые, медведь идет драться, пересадка откуда-то какая-то, вот твоя сеча. Зай, сходи вперед! Кого-то дерется! Нет, Квин! Укатывается отсюда. Ну ебаный рот. Они опять это делают? Под кораблем тяжело драться. Они... Ярик, ну ты, конечно, нам нужно, знаешь, что Зев, что он в конце их всех убил. Прочье, кстати, без оптимейта. Если башня упадет, то начнется просто... Да. Ой, Антоха! Антоха ебало теряет. Пододвинули там Кунку. Прыгай. Кунка. Кунка. Куночка моя страдает. Кунка погибает. И кто пиздел? И это наша игра. Поехали. За Инсею теперь еще минус один. Вот так вот Микки. Микки выгрызают всего Аегис. Он тоже погибает. И сможет ли он улететь? Еще разочек. Ой, яйцо он не сможет дать ТП. Все. Попался молодой. Сосать рачок. Ну и кто пиздел? Нервишки. Антоха видит Нишу, но не бьет. О, опа! БКБ! БКБшечка! БКБшечка! Нажимается Антоха и пошла на звание облететь часов! Касается очень неплохо Квину. Какое же яйцо у Зая? Огромные проблемы! Медведь просто выжирает людей! Микки ничего не может сделать! И этого тоже! Но это минус Луна! У Бошки проблемы тоже погибают! И Саня последний живой! Буквально тоже умрет! И это минус 5! Тоха умер! Как раз примерно на 28-й минуте Луна пришла выебать жопой конкретно. Все как обещали, дорогие друзья. И это, скорее всего, будет 1-1. Эйс на медведя не прощает. Как же хорош Силери на Фениксе. Сколько и Антоха на Разоре. Все. После первой игры, я думаю, дикую плюс-мораль получают гладиаторы. Дальше не отпустят уже. Они понимают, что они сильнее. Просто на первой они сделали херню. Отдали игру. Вот сейчас начнется. Ну, сейчас будет. Селери! Селери подставляется первый, у него проблема. Успеть его нажать яйцо, он успевает! Успевает нажать яйцо, но, правда, его тут же ломают. Эйс нападает на Зая добивают. Размен пока что один в один. Но байбекнулся у нас Феникс, он возвращается уже сюда, на телепорт корабль. Дурачё! Давай! Эйс, теряет медведей! Ебать ты ящер! Что происходит здесь? Драка продолжается, дурачок из-за Эйкса появляется, на Микки нападает, Микки пересасывает боксы пока что. Пошел тайтл вейв у Микки, проблемы Микки, он не выживет здесь, Антоха забирает его. Пытаются забрать еще кого-нибудь, но люди делают ТП.
Просто на форстапе подкатываются к сцене, он погибает. И гладиаторы выигрывают этот драку, что пиздел, блядь. Минус АЕГ, минус байбек, минус сыр. Я так и говорил с тобой. Минус байбек, минус сыр, минус... Угу. Да какой ты феникс байбек нажал, алё, похуй. Так понятно, что хотят. Да не, ну Ликвид понимают, что если там будет сейчас Аегис, сыр, все, я гоним. Ой-ой-ой, зайчик подставляется, зай! Это очень плохо! Если зай погибнет первым, жи, это... Жи, жи, жи. О, зай пока живет, блин, кается! Дурачок нажал уже БКБ, рефрешнул еще одно БКБ, нападает на луну. Газовая ебля пошла! Просто дурачок с Микки закрутились, состоит яйцо! И Микки погибает, у Микки нет байбека, у Ниши проблемы, тоже штормы корабли. Охренеть, сколько дэмэджа и здесь дробага! Но не хватает без луны, не хватает урона, пуг на байбек, зай погибает без бая. Если не гибнет, байбек у него, нет, конечно, есть. Проиграли. Проиграли. Бывает. Без луны ноль дэмэджа. Но луна Разора не вывозит. То есть Разор под ДД просто влетел. Да и тай дровагу дать не может, там бесконечная БКБ на Разоре с рефрешером. Да, в боксе сосет. В прямом смысле. И он погибает. Ну, пишите ГГ, бездари, что? Придется поиграть третью карту. Я не знаю, почему Ликвиды не пишут ГГ. Видимо, они думают, что вдруг там компы излагают. Но нет, они пишут ГГ, и это 1-1 гладиатору Ликвид. Сравнивают счет. Не, ну крутая игра. Игра-то какова, ну. Это не просто так эти ребята выигрывали, дрались во всех мажорах в финалах. Не просто так, ребят, не просто так это было. Посмотрим на лица гладиаторов. Антоха, Антоха, я вижу, он что-то не может встать там. Все, поднялся. Да, ребят, это мог бы быть гранд-финал Инта, но это матч на да вылет. Да и хорошо, что это не гранд-финал, потому что надоели эти гранд-финалы ГГ Ликвид. Ну, заебало, да. Я говорю, это ну, мог бы быть, объективно. То есть по-другому немного сетка, по-другому немного туда-сюда. И эти команды могли встретиться в гранд-финале, но встретились они на вылет в стадии топ-5-6. Да, Ростик, что ты расстроился? Ну, скушай вон этот... Мы же тебе говорили, Ростик, ну. Да. Да ты просто не верь. Да. 2-1. Хочешь венгу на тебя для подарок? Реально? Красиво. Реально? Подарок. Серьезно? Да, да. Ну ты мне колбасу, я тебе венгу. Реклама. А это с этого, с Secret Shop? Ну да. Серьезно? Ну, по идее, да. Да ладно. Ну это чтобы ты не расстраивался, а то ты что-то принял. Да, 2-1. Ну 2-1 будет, да. Слушай, спасибо за информацию. Есть такой. И это... О, какой герой! Void Spirit! Прикольно, давненько не виделись. И, кстати, Квин очень хорош на Void Spirit и против тоже Пака. Тоже в пугну не засал. Ну, не, да пугна, ладно. Войду не настолько много делает. Он все-таки... Он маг наполовину только. Да и против Пака всегда хорош был Void. Это же известная вот эта линия Пак-Void. Она немного работает в обе стороны, потому что, конечно, и Войда Пак ловит. Но на лайне очень хорош он. И он его в Shift потом может цеплять. Ну, короче, нормальная тема. Ну, слушайте, это будет интересно. Ну, слушай, от мида сейчас все и зависит. Правило. Ой-ой-ой, эйс! 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 Ой, эйс! Ой, нет! ПБ делает Микки, один человек радуется. 14 фрагов осталось. 14. Ну, слушай, если уж так думать, кто сделает первые 15, то, мне кажется, это гладиаторы скорее. Ага. Но у них Фурион. Шишка. 30 секунд до начала сражения. То есть попахивает. Может, руны контролить, у Пака забирать? Он не стал это разбирать. Да, кто-то да, пошел. Да. Летит. Куда ты летишь? Куза. И куру забрать. Иди, зай убить, зай вот убить. Граната, зай погибает здесь. Да, это могло бы быть ФБ, но ФБ уже был, как ни странно. Так, у Фуриона проблемы. Но на самом деле проблемы также и у Бокси. Бокси погибает. Ну и Фурион в размен ушел. Жучков. Качает дурачку. Ну, Егорыч радуется, конечно, что кто-то качает жуков. Наконец-то. Не, ну под Фуриона грех не вкачать жуков. Да. Фурион слишком... Ну, будем честны. Ну, нельзя на вивере не качать жуков. У тебя 1-1-1 на третьем уровне 100% должно быть. Дальше ты этих жуков оставляешь в один, конечно, на долгое время, но... Они у тебя есть. Так. Ну, Бокси, кстати, умер с пользой, получается. Набузил бутылочку здесь. Фурион стоит пока на базе, думает, может куда-то прилететь. Фурион, кстати говоря, уже вылетает, кажется, на кентавра в спину. Да, на кентавра, граната очередная у Зая, проблемы, Зай будет погибать здесь, он не выживет, минус Зай.
Телерия забирает фраг. Эйс забирает фраг. Да, не фартануло. Дедушка лежит, поймали инсайнер. Но все равно заберет. Ой, Рубин. Квин. Пытается нишу взять, подвязал его. Дедшот. Шикарно, но правда Квин умрет. Хотя, а, Квин. Да не, погибает. Давай. Погибает Квин. Кирипа решил побить. Превратился в ГПК немного под конец. И Тофу оставлял здесь это ДД для Квина, но забирает его сам, потому что Квин все. Он уже погиб. Да, у Зая здесь на этой линии трудности. Дурачу его нормально так прогревает. Хотя вот сейчас Сайлент. Антоха! Борис! Борется. Антоха еще на развороте. Но все-таки на очке там стики. Ой, зайчик. Зай не боится, у него стики, потому что есть. И много брони у Зая на самом деле. Он купил себе два кольца и еще и этот чейнмейл. Да, руна щита плюс пульс. Очень сильный он. Ниша. Опозорился. Так, стан падает. Колин и депшот. И крит от Рейса. Ой-ой-ой, ребята, как же гладиаторы делают это. Ну, они просто катают эти кликают. Как детей. Да, что-то третий пока вообще в одну калитку. Ростит, приуныл. Ты еще и этого ворона заскамил на 15 фрагов. Пиздец. Как платить будешь? Ой, Квин! На Эйса здесь минус. Ой, на Зая, в смысле минус Зай. Еще и курицу убивает дурачка. И у дурачка почти уже есть молния. Есть брассерок. Falcon Blade. Эйс уже и мид вышку сломал. 3000 ведут гладиаторы. Не, ну на стример с батле я нажимал паузу, чтобы изучить, как работает новый ульт Дазла. Так, что тут такое у нас? Койл пока что только на мой арту подходит ВК. Ой, какой крит от ВК. Радиаторная пушка работает, и цель не догорает. Но мой арту разменяли один в один пока размен. Ниша убегает там от Эйса. С другой стороны, забили кентавра. И у Мики проблемы. Правда, убивают Эйса разочек. Здесь еще дурачий убивает петушка. И за Мики погоня. У Мики есть Сандер. Вторая смерть подряд. У него есть Сандер, но поможет он ему. Нет, Квин засасывает его. Это минус 4. 8 тысяч минут гладиатор, ребят. Ой, какие же плюс бабки-то лютые. Я тоже чувствую уже. Да. Так я долил все же один. Я тоже долил, но я после пика. А, ну так, не, после пика там вообще было все понятно. Ну, в действительности, мне очень нравится гладиаторский пик с точки зрения... Кстати, 15 фрагов имеем. Мобильность. О, 15 фрагов, кстати. Бэда из ростика, мне кажется, со временем реально вот он просто в один момент с него просто кожа сползет, и там ящер такой, он такой и просто выпрыгнет его. Типа. Ой-ой-ой, инсения! Начинает сосать у селери! Но тут же петух! Дурачка! Успеет ли нажать, убивает, нажать ультимейт! И убивают еще пугну. Красавчики! И Зай здесь страдает. Все. Это тот момент на Брюмастере. Дурачье! Если еще Вивер уйдет, плохо. То это киль. За ним петушок. Не туда рвут. Так он же видит, куда петух летит. Он же видел, по идее, петушка, да? Ночь. Не знаю. Он ночью тоже... петушков не видно? Что видеть наш, должен? Не знаю. Но не угадал. Минус хата плюс сын. Ой-ой-ой, какие-то проблемы у зайчика. Но дедшот мимо, поэтому Зай, может быть, поживет. Да, дедшот промахнулся, Зай все еще жив. Запрыгивает вперед у нас. Воет, и как же ему плохо, безмолвие, но он прячется и уйдет, а тут уже мой арт, Квин выживает. Но благо хотя бы Зай выжил. Но, ребят, мне кажется, что у Ликвид, у них реально тильт. Вот я уверен, что они сидят в кабинке, и они все понимают. И у них нет своего Гетора, вот как нам говорили, что Гетор — это человек, который готов подбодрить команду в любой момент, придумать какой-то план. Мне кажется, у Ликвид нет Гетора, они все в тильте, они просто плывут. Ну там Тирблейд два раза умер, его очень сильно откатили по фану. И он, я уверен, он плачет. Ой. Тем временем у нас уже Фурион обогнал кентавра, ребят. Это Зай, да, который плывет. Который плывет в ответственных матчах, его трахают, он ничего не может сделать. У него 9 уровень, у него только фейзы. Ловят. Никого не ловят, Пак не может попасть койлом по-стоящему. И Зай идет вперед, затем тот танкует, то он просто побирает ебало. Куда ж ты пошел-то, зайчик? Пытается выиграть время, но... Выиграть время на автопате. Ничего не получается у Liquid. Они пытаются вроде бы, но все идет по одному месту. Ну типа, когда уже... Не... Вот когда не получается, блядь, тогда не получается, сука. Но это все знают. Когда вот что-то пошло не так, потом самые простые вещи начинают. Но это просто эффект бабочки. Он начинает дальше. Как будто бы тебя не заставляют мазать койлом на паке, но, сука, ты мажешь им.
Потому что уже все что-то, блядь, не в попад. Все пошло по пизде. И это именно та ситуация у Liquid сейчас. Не проиграли еще Liquid эту игру, конечно, но как же они близки к этому. Как же они близки к тому, чтобы остаться в топ-6. Печальное завершение сезона будет. Энсения сосет. В прямом смысле? Хотя нет. Спрятался у Ульфриона. И погибает. Он все-таки в этот момент на миге. Замес. Квина. Пытаются взять, но он выходит. Квин еще и выпрыгивает. И он жив. А здесь уже дурачье. Зай, он просто гуляет. Не понимает Микки, что делать. Все-таки Фриона убили. У Зая проблемы. Да что? Зай погибает. Микки пытается дать телепорт. Его засасывает Квин. Рейнджовые? Ох ты ж, нападение на Пака! Пак! Спрятался! Все жив, ультимейт Фуриона! Проблема у Бокси, Пак погибает! Бокси еле живой! Дурачно с БКБ просто пошел один во всех! Зая хочет! Прямо на фонтане трахнул его! КГ. Но это ГГ. Это ГГ! Это ГГ! Но правда Ликвиды, они до конца играют. После того матча, который они выиграли против Virtus.pro, где они 2-5 смогли отбиться и потом сломать трон. Они играют до конца, но, блин, конец, вот он, конец, уже его видно. Понимаете, ребят, его видно. Умирает еще и Бокси на петушке, ничего не может сделать. Прыгает Зай. Стан. Дабл Эдж дает. Но что может здесь сделать Микки? У него даже формы нет. Квин пытается Зая догрызть, догрызает. Дурачи просто уходят. Жалко, жалко. Ликвид даже немного как-то так бесславно не проигрывают эту карту и этот Интернешнл. ГГ. Но каковы гладиаторы? Гладиаторы еще в игре. Гладиаторы топ-4 турнира у нас теперь. Блин, как обидно Ликвидам. Весь сезон проигрывать гладиаторам. Просто весь сезон. Весь сезон, да. Весь сезон проигрывают, это правда. И тут тоже они проигрывают. И Ликвиды, ребят, остаются у нас на позиции 5-6 на интернешнале. Не тот результат. Кстати, 15 киллов не было у Ликвид. Не было 15? Да. Не было... Точнее, не тот результат, который Liquid хотели бы, не тот результат, на который они рассчитывали и который ждут от них их болельщики. Но, видимо, тот результат, который они заслуживают. Ну что, все по делам, да? Liquid проиграли, возможно, чуть ли не двум сильнейшим командам турнира. А именно Spirit и Гладиаторам. Ну, значит, они просто слабее. Что поделать? Такова жизнь, такова судьба. Не всегда мы получаем то, что хотим. Иногда мы проигрываем и грустим. Что вы делаете? Ты что? Иногда мы проигрываем и грустим. Да, дурачка! Да! Приветствуют трибуны. Антоха.